Как-то захотелось увидеть друзей. Не нужны они для похода в музей. Нам охота собраться, поговорить, поболтать о жизни, всех и все обсудить. Только есть один нам известный факт: через час или два не увидеться никак. Так угодно было нашей судьбе, ведь друзья в Петербурге, а я в Москве. Приняв во внимание данный факт, не хочу я с судьбой мириться никак. Поборол в себе первобытный стресс, просто взял билеты на Аэроэкспресс. И везет меня поезд на самолет, через час или два улечу в полет. Я во Внуково сел, в Пулково сажусь, как мои друзья, никогда не сдаюсь. Выпьем в баре нашем. Потанцуем толпаду. Все нам будут рады. Напиваться мы не будем. Регистрация, паспорт, багажный контроль. Все в полете играет важную роль. Приземлился отлично, час и в Питере я. Хорошо встречает снова город меня. Сувениров в Москву, но куплю за визит. Мне поможет в этом магазин «Зенит». Чтоб вернулся обратно я в город-герой. Вес в цветах футбольных, синий, белый, голубой. А пока вызываю такси до друзей и везите меня за бонусы скорей. За окном пролетают пейзажи Невы, музей на воде, вся история страны. Смольный, Лиговский, Фонтанка, Невский проспект. Тебе город Петра, за это респект. Я звоню в домофон, на табло говорите. Прозвучал сигнал, голос друга. Заходите, выпьем в баре нашем. Потанцуем толпаду. Все нам будут рады. Напиваться мы не будем. Посидим в гостях, поедем к друзьям. Всем, кого знаю, привет передам. Проплывем по Неве, Петра навести. Будет все законно, нам не нужен экстрим. Споем хором песни, поднимем тост. Посмотрим снова, как разводят мост. До утра погуляем и вернемся домой. Питер город наш, он и твой, и мой. Танцуем до упаду. Все нам будут рады. Напиваться будем.